В московском кино «Центре» октябрь состоялась премьера фильма «Марафон желаний» с Аглаей Тарасовой в главной роли. 25-летняя актриса лично представила комедию гостям мероприятия. Картина режиссерского дебюта Даши Чаруши рассказывает историю простой девушки из Воронежа, которая встречает свою любовь там, где совсем ее не ждет. Чтобы обрести счастье, героине придется пройти испытания, уготовленные судьбой. Главную роль в фильме исполнила Аглая Тарасова. На премьерном показе она представила картину вместе с режиссером Дашей Чарушей, сценаристом и исполнителем одной из ролей Александром Гудковым, а также актерами Кириллом Нагиевым, Макаром Запорожским, Полиной Филоненко и другими. Аглая вышла в свет в черном брючном костюме и лодочках в тон. Образ завершили стильная миниатюрная сумочка, гладкая укладка и алая помада. На красной дорожке Тарасову поддержала семья, 45-летняя актриса Ксения Рапопорт и 9-летняя сестра София. Не пропустил премьеру и 39-летний Юрий Колокольников, бывший возлюбленный Рапопорт и отец ее младшей дочери. Ксения тоже предпочла для мероприятия брючный костюм, но менее официальный. Серый наряд звезда сериала «Ликвидация» сочетала с белой футболкой и кроссовками. Первыми «Марафон желаний» увидели Виктория Лопырева, поразившая своим откровенным нарядом, Мария Погребняк, Оксана Акиньшина, Ида Галич, Нелли Ермолаева, Маша Цыгали и другие звезды. В октябре стало известно, что Аглая Тарасова встречается с режиссером Дарином Аронофски. В сентябре звезда фильма «Лед» отдохнула в Греции, там она позировала топлес.